Так, фиксируем сумму. Это баланс на транспондере. О, мама Тома вышла. Идет. Вот она. Идет. Ты решила прогуляться, мамуль? Будем смотреть, сколько у нас денег уйдет на дорогу. Первую платку мы объехали, потому что мы заезжали к маме к Андрюшиной. Смотрим. Зафиксировали. Едем дальше. Так, это третий платный участок. Зафиксировали. Едем. Это четвертый. Едем дальше. Зафиксировали. Едем. Это платка за Донское. Опа! Что это у нас тут получилось? Авария. Попробую отъехать. Конечно. Будем пытаться отъезжать. Выезжай, не тыркайся, в другую и едь. Да, конечно. Мне что остается? Неправильно она работает. Вот так иногда бывает. Считал. Сигнал прошел, пикнул. Нет, у нас не пикнул сигнал. Это у кого-то пикнул сигнал. Так, пробуем сюда. О! Тут нормально. Тут заработало. Значит, там дело в том, мы там щит неправильно показывал. Смотрим, читаем, считаем. Все, поехали. Давайте вас едем. Будем проезжать там, где проехали. Это люди, да? Где машины проехали. А то назад приходит, это неудобно. Опа, спасибо, Маша. Бам, бам, зеленый человечек, ребята. Верим, где машина проехала. Сейчас посмотрим. Ой, не видно сколько. Сработает, не сработает. Сработало. Сейчас скоро будет Воронеж, да? Да, немножко осталось до Воронежа. Едем дальше. Едем. Все, зафиксировала. Камера наблюдения. Вот схема объезда. Перед каждым платным участком есть схема объезда по бесплатной дороге. Кто не хочет платить, объезжает. Мы едем по платке. Тут плохо работает. О, сработали. Обычно здесь отлично. Долго думают. Нет. Нам повезло. Камера наступления. Объезд Павловска. Да, и Лосева. Павловск и Лосева, да. Забор там у нас? Забор там у нас 2,5 градуса. Градуса. Потеплело. А то. И вот снежочка уже мало стало. Показываю, сколько на балансе осталось. Пока не могу посчитать, потому что не помню, сколько было в начале.